У заходів від президента з підтримки бізнесу під час карантину. Вже зібралися основні гості, тож ми готові розпочинати ефір, і я представляю гостей. Це адвокат Дмитро Тарановський. Вітаю вас. Сергій Гончарук, громадський діяч. Добрий вечір. Ви Владислав Явний, підприємець. І також чекаємо на юристку Наталя Мироненко. Вона звітає до нас, долучиться до розмови трохи згодом. А поки відкриваємо лінії для голосування і цікавимося, звісно, заходами з підтримки бізнесу під час карантину, на вашу думку, наскільки вони суттєві. Два варіанти відповіді пропонуємо. Перший – вони відчуваються, і другий – вони не суттєві. Будь ласка, голосуйте, можна додзвонитися до нас, ми працюємо у прямому ефірі 726-3326. Отже, вчора було анонсовано низка заходів від президента, які згодом має розглянути парламент. Зокрема, йдеться про матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Це підприємцям і найманим працівникам, які потерпають від карантину через закриття, наприклад, закладів. І також податкові канікули і інші. Давайте розпочинати саме з цієї матеріальної допомоги. 8 тисяч гривень. Давайте, Владиславе, вам надам слово одразу. Це велика сума для підприємця чи ні? Ну, так, крайне малая сума достаточно, учитывая всю налоговую нагрузку, какая лежит на предприятии, все его коммунальные издержки, да, аренду. Ну, это хоть что-то. Ибо такого не было никогда, чтобы кто-то помогал так предпринимателям, тем более в такой сумме. Со времен, естественно, независимой Украины. Такой как бы впервые. Поэтому как пиар-ход, я считаю, это отличный. Но чтобы эти деньги выплатить, это, если поделить на предпринимателей, в среднем, это где-то 10 миллиардов гривен. Так. Поэтому эти деньги нужно где-то взять, чтобы их дать. И не факт, что Верховная Рада их как бы подпишет. Одразу маємо дзвіночок від глядача. Давайте надамо слово. Вітаємо вас, добрий вечір. Будь ласка, представтеся, як вас звати? Добрый вечер, меня зовут Юлия. У меня такой наводящий вопрос. Вот мы-то обсуждаем серьезную проблему по поводу людей, малого бизнеса и так далее. Там то, что президент обещал выделить деньги. Скажите, а вот они им нужны, а может они нужны пенсионерам? Это люди, которые, в принципе, занимаются перепродажей. Они ничего не производят. Раньше была за это статья в Уголовном кодексе, насколько вы знаете, прекрасно. То есть никаких, они работают по малому налогу, платят 200 гривен в месяц. Имеют прибыль 300%. Скажите, за что их поддерживать? Может, поддержим пенсионеров или врачей? Как-то так. Спасибо. До свидания. Почули вас. Дякуємо. І Сергію, вам слово. Отже, глядачка акцентує на тому, що потребують допомоги саме пенсіонери більше, ніж підприємці. Малому бизнесу не нужно просто мешать для начала. И в первую очередь карантинные ограничения, которые были во время первой волны карантина в апреле-мае месяце, и сейчас карантин выходного дня, они, по сути, эти ограничения поставили вообще под угрозу уничтожения весь малый бизнес, индустрию кафе, ресторанного бизнеса, вот, особенно. Львиная доля оборотов, всегда это повторяю, у малого бизнеса приходится именно на выходные дни. Сейчас, на выходные дни, людям запретили просто нескольким секторам малого бизнеса запретили работать. К чему это привело? Мы все видели, как отреагировали предприниматели с рынка «Седьмой километр». Они просто начали митинговать, просто рядом со своим рынком. И эти массовые протесты, они будут вспыхивать, если и в других местах, если правительство не пересмотрит ограничения карантина выходного дня именно для малого бизнеса. Ведь малый бизнес, мы везде об этом говорим, может работать с применением средств социальной дистанции, применением средств индивидуальной защиты, не хуже крупных сетей супермаркетов. Точно так же может работать и малый бизнес. Ему просто не нужно мешать. То, что нужно поддерживать пенсионеров и малообеспеченных людей, конечно. Хочу также и подчеркнуть, что у нас ограничивать права граждан можно только в двух случаях. Это когда введено военное либо чрезвычайное положение. У нас же во время первой волны коронавируса, во время жесткого карантина были
полностью ограничены права вот, предпринимателей на ведение предпринимательской деятельности, право на труд и обещали кредиты вот под 3, 5, 7%. Так, 5, 7, 9. Да, и получили их только не все предприниматели. Чтобы получить эти кредиты, нужно было оставлять под залог какое-то имущество, под залог этого кредита. Также была такая поддержка тем предпринимателям, у кого дети до 10 лет. А что, если у кого-то дети, кому больше 10 лет, что они не нуждаются, не нуждались в поддержке или что? Двойные стандарты ни к чему хорошему не приводят. Они вызывают, как правило, протесты, которые мы сейчас регулярно видим в правительственном квартале, особенно когда собираются представители малого бизнеса со всей Украины. И через несколько дней мы опять соберемся в правительственном квартале, чтобы донести свою позицию. Фискализация малого бизнеса уничтожает упрощенную систему налогообложения, уничтожает рабочие места 1,5 миллионов предпринимателей. И нам вот эти подачки особо не нужны. Мы будем бороться за сохранение своих рабочих мест и за свое право на труд. Поэтому пусть пересмотрят ограничения для малого бизнеса во время карантина выходного дня. И, насколько мы понимаем, сейчас готовится ужесточение карантина, как заявил Денис Шмыгаль, что во время праздників собираються опять ограничити. Ну, вони думають над цим, що... Так, заговорили саме про другий повний локдаун, і, зокрема, на новорічні свята. Видя те, що зараз вже перед цим локдауном йдуть как бы, розговори о том, що якоби буде виділятися якась допомога, але чек на туфлі – це ще не туфлі. Во-первых, пока что еще нету никаких решений, пошел только разговор, чтобы смягчить волну протестов, которые мы увидим в ближайшее время, они будут. И все-таки не стоит шутить с доведенными сейчас до предела предпринимателями, так как это фискализация, с которой мы боремся уже больше года, и еще эти карантинные ограничения, они сыграют плохую шутку сейчас. Поэтому нужно все-таки дать возможность людям зарабатывать себе на жизнь. А вот эту помощь, возможно, і стоїть його перенаправити пенсіонерам. Панове, до нас готова долучитися юристка Наталія Мироненко, тож запрошуємо її за стіл. Так, займайте ваше місце, Наталю, вітаємо. Говоримо про заходи з підтримки бізнесу, і ось вчора анонсували, що по 8 тисяч гривень будуть сплачувати підприємцям і працівникам, чия сфера діяльності саме постраждала від карантину. Чи зрозумілий вже механізм і хто має право отримати цю компенсацію? Як це все буде відбуватися на практиці? Наталю? А по поводу каких-либо выплат, ну вот я почему задумалась, потому что это обычно, когда что-то получает государство, это всегда очень сложно. Когда что-то государство хочет забрать, это всегда какой-то более упрощенный механизм, чем даже получение по решению суда какой-либо суммы с государственного бюджета Украины. Казначейство под любым предлогом, ну, решение даже судов, еще раз подчеркну, исполняет крайне неохотно. Поэтому по поводу выплат, возможно, ну, как это бывает и в других сферах, возможно, придется обращаться к нам, к юристам, для того, чтобы выбивать так называемую помощь. Угу. Механизм мы увидим, когда это начнет работать, и поймем, как с этим бороться. Дмитрий. Я считаю, что данная помощь – это просто использование президентом сдержек и противовесов, то есть вводится некая подачка для бизнеса, для того, чтобы новости о полном закрытии, полном локдауне на новогодние праздники, причем так интересно говорят, что на новогодние праздники, а в СМИ фигурируют вообще даты там начала 15-20 декабря и окончание 14 января. Но это не совсем новогодние праздники. Ну, передноворичный час. Это целый месяц. Угу. Причем конец года — это не только предновогодняя суета, это еще и закрытие года, подведение итогов года для бизнеса, но это очень важно. И если будет полное закрытие, придется распустить всех сотрудников, как сдавать те же отчеты там, годовые, закрывать год, непонятно. То есть в данном случае, ну, мне кажется, что помощь действительно нужна, но помощь нужна немного в другом виде. Дать возможность каких-то налоговых льгот – это хорошо.
А каким образом получать эти 8 тысяч гривен, ну, тоже непонятно. Написали, получать их через Дию. А кто будет проверять, каким образом, кому выдавать? То есть, если это физическому лицу, предпринимателю, но должны быть какие-то четкие правила игры. Он так может закрываться, открываться, получать эту помощь пять раз. Ну, то есть это должно быть очень четко прописано. И вопрос, кто будет отдавать оценку тому, что его бизнес пострадал от закрытия. То есть если это будет сертификат торгово-промышленной палаты, то мы понимаем, что торгово-промышленная палата просто не справится с таким натиском, и не все успеют получить эти деньги. Я хочу по поводу торгово-промышленной палаты отдельно подчеркнуть, что даже получение сертификата — это тоже затратный процесс. Для того, чтобы получить такой сертификат, нужно заплатить. Если я не ошибаюсь, это порядка 5000 гривен в среднем для того, чтобы получить такой сертификат быстро. Да? Ну, быстро — это в течение 10 дней. Либо собрать много справок и получить его бесплатно, как субъект малого предпринимательства. Тобто довести ще треба буде, що ваш заклад закрився саме через карантин. І це або довго, або дорого. Да, або дорого. Да, і в любом случае, как бы, Кабміна постанова об введении карантина, то есть она сама по себе нечетко прописана. И тут некоторые сами додумывают, что закрыто, что не закрыто. Поэтому тут разночтение, если в самой постанове Кабмина, то и в выплатах также будет своего рода разночтение, что может создать существенные проблемы. Тим часом активізувалися шахраї, і тут точно зрозуміло, як можна отримати так звану компенсацію. Я попрошу показати відео від Національного банку України. Онлайн-компенсація від держави. І насправді вам на мобільний телефон надходить повідомлення про те, що вам можна отримати, ви можете отримати певну компенсацію, але треба заплатити комісію. Комісія невелика, 140 гривень. Так? А ось так діють шахраї і вже попереджають про це в Національному банку України. Ну, і тут така сюрреалістична ситуація, що як отримати справжню компенсацію ще не зрозуміло, а ось шахраї вже активізувалися і видумали, як на цьому зробити гроші. Владиславе, вам слово. Ну, ця схема вже працює. І ця схема не одна. І не з одного банку. Когда они просят получить какие-то средства, дескать, либо на мобильный телефон перечисляете деньги, там, на одного из украинских операторов. Вот. Чаще всего это, естественно, мошенники, те, кто находится в местах не столь отдаленных. Вот. Это их практика работы. Поэтому, к сожалению, такое имеет быть место, и никто с этим не борется. Ну, говорят, что треба телефонувати в киберполицию. Вы знаете, у меня был опыт общения с киберполицией. Меня лично взломали мой Facebook в начале октября этого года. Я обратилась непосредственно в киберполицию, обратилась путем предоставления на e-mail соответствующего заявления. Меня информировали о том, что мое заявление принято, и до сих пор, вот прошел уже месяц, никто со мной до сих пор не связался. Хотя я дала данные распечатки с моего телефона о том, что мне приходило смс-уведомление по поводу сброса пароля. На мою электронную почту пришло подтверждение сброса пароля. Вот. Но до сих пор никто ничего меня лично, как адвоката, не проинформировал, ничего не сделал, к сожалению. Ну, тобто тут тільки на свій власний, треба бути обачним і не купуватися на такі схеми. Так, Владислава, хотіли допомогти? Звісно, вони, согласно процесуальному кодексу, повинні внести його в реєстр. Я прекрасно, это как адвокат, практикующий в сфере уголовного права, понимаю. Конечно, они этого не делают просто, они сразу на ноль. Вернемся к малому так, бизнесу, давай это, Сергей. Чтобы не уходить далеко. Вот поднялся вопрос о карантинных ограничениях. Мы все понимаем, что сейчас, суля вначале вот такую помощь малому бизнесу, начался подниматься разговор о о ужесточении карантина, к примеру, с 15 декабря. Так вот, зайдя на любой рынок, зайдя к любому малому предпринимателю, вы услышите, что время с 15 декабря, по сути, по Новый год, это те две недели, когда малый бизнес зарабатывает на два месяца вперед. Так, это горячий час продажи. Февраль, да. И если будут ужесточены, ужесточен карантин и не дадут возможность малому бизнесу работать за две недели перед Новым годом, то потери будут колоссальные для малого бизнеса.
и с каких средств малый бизнес будет платить арендные платы в январе, феврале, неизвестно. И сможет ли он дальше вообще существовать. Поэтому если, опять-таки, будет ужесточен карантин для малого бизнеса с 15 декабря, то это выльется только в протесты на местах и в протесты опять под Верховной Радой. Очень не хочется, чтобы правительство ужесточало карантин для малого бизнеса. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает. А буквально в начале следующей недели мы это все-таки постараемся, мы это, вернее, точно донесем в правительственном квартале, что ставить на карантин бизнес не нужно. Любые вот такие жесткие вмешательства, они пагубно отражаются на малом бизнесе. Будем бороться за своє право на труд. Другого нет. Уявляю собі ситуацію, днем за днем зростає кількість захворюваних, і до цього числа, до кількості, яка постійно зростає, апелюють ті ж самі можновладці, прем'єр-міністр, зокрема. І саме на грудень місяць прогнозують такі пікові показники. Ви розумієте, провалена подготовка ко второй волне коронавируса. Деньги из фонда по борьбе с ковид, которые вот в том числе забрали надбавки у 74 тысяч молодых учителей, передали эти деньги, которые должны были выплатить учителям, в фонд по борьбе с ковид. Потом с этого фонда по борьбе с ковид перенаправили деньги на строительство дорог. Хотя за эти деньги могли купить и кислородные концентраторы, то, о чем мы регулярно говорим в ваших студиях 7 канала вместе с Катериной Нажевниковой. И много чего другого можно было сделать и для одесских больниц, и для больниц всей Украины. Но никто не торопился готовиться ко второй волне ковид. И сейчас, по сути, всех хотят посадить на жесткий локдаун. Провал в подготовке ко второй волне лежит на министре здравоохранения Степанове. За его отставку уже собрано 500 тысяч подписей. Он все равно продолжает выполнять свои обязанности. И сейчас я вообще не понимаю, как можно ограничивать в работе предпринимателей и вообще малый бизнес. Є думка, що якщо не спрацював перший повний локдаун, то чи допоможе друге таке закриття? Ви знаєте, я от сьогодні їхала в автомобілі і слухала новини, да, що відбувається взагалі во всьому світі. Сьогодні опит Болгарії той же самий, де точно так же ввели карантин, повний локдаун, за исключением того, щоб оставили працювати місця для выполнения религиозных каких-то мероприятий, то есть это церкви остались работать, а все остальные учреждения, в том числе малый бизнес, также был закрыт. Но опыт других стран говорит о том, что, в принципе, мы не одни такие, не только Украина вводит такие жесткие ограничения. Вопрос эффективности. Насколько эти ограничения эффективны по борьбе с коронавирусом? Никто на данный момент четко, и в том числе и министр, не могут ответить, насколько это эффективно и как это все повлияет вообще введение этих жестких ограничений на снижение уровня заболеваемости. Никто на этот вопрос, к сожалению, ответить не может. Поэтому я считаю, что мы вводим эти ограничения только по опыту всех других государств, которые также их вводят, по примеру. И все, не вникая в сути. Эффективно уничтожается экономика страны этими ограничениями. Не только нашей страны, поэтому это происходит во всем мире. Владислав. Так я представляю предпринимателей. Я постоянно общаюсь со своими партнерами по бизнесу в разных странах. Одни из них находятся в Дании. Mm-hmm. Это одна из тех стран, в которых предприниматели практически свой бизнес не закрывали. Им просто дали определенные условия, то есть где человек находится там в радиусе 1.5-2 метра друг от друга. Социальная весь бизнес дистанция. Работает, социальная дистанция, экономика не рухнула. Угу. Как вы знаете, Дания и все скандинавские страны не считаются топовыми в мире по экономике. Угу. То есть они удержали свои позиции и уверенно идут вперед. Угу. Какая стоит задача у главного менеджера Украины, нашего президента? В этом есть вопрос. Понимаете? Это очень важно. Обрати правильный шлях. Ей и інші. А как его? То есть, чтобы быть главным управленцем, менеджером страны,
Нужно понимать все риски внутренние и внешние государства, грамотно прописывать SWOT-анализ и постоянно его обновлять, продумывать на шаг вперед, что будет дальше с моей страной. Это тот же бизнес, только он немножко в другой роли. Прописывать, как сделать так, чтобы мой бизнес приносил деньги, чтобы государство выходило в плюс, а не уходило в минус. Вы знаете, здесь очень тонкая грань. У нас есть Конституция Украины, да, которая говорит, что жизнь человека, его здоровье является наивысшей социальной ценностью. И если не принимать меры по обеспечению безопасности и здоровья своих граждан, то нашего президента точно так же можно будет обвинить в геноциде украинского народа, да, в дальнейшем, если бы он не принимал никаких мер и просто-напросто сказал, мы будем работать, не будем вводить никаких ограничений, и если впоследствии количество населения в Украине уменьшилось, то можно было его судить еще за то, что он не принимал никаких мер. Поэтому очень тонкая грань между тем, какие меры принимать, и какие и тем, что их вообще не нужно принимать в наших условиях и с условиями нашей экономики. Если мы говорим, уже заговорили о Конституции, тогда понятно, что вводя какие-либо ограничения, лишая граждан Украины их право на ведение предпринимательской деятельности и право на труд, то тогда государство вводит чрезвычайное положение, и все те потери, которые несет бизнес, граждане Украины, государство обязано возмещать. Но государство пошло по другому пути. Объявлена чрезвычайная ситуация. И, по сути, к гражданам Украины только требования: не работайте, платите налоги, и ищите где-то деньги на существование. Я же не спорю, я говорю о том, что последствия невведения ограничений для президента, они могут быть в более глобальном аспекте. Мы можем посмотреть на количество, вспомните только апрель-май месяц, мы, когда гуляем по центру нашего прекрасного города Одессы, через одну витрину мы видим сдам и аренда. Вот это последствия карантина, карантинных ограничений для малого бизнеса. Банкротство тысяч малых предприятий. Вы знаете, по поводу аренды, вот буквально в октябре, не в октябре, а в апреле 2020 года ко мне обратился один из субъектов малого предпринимательства, физичная особа предприниматель, которая занимается как раз сферой ресторанного бизнеса, и на тот момент были как раз все закрытые рестораны, и он не мог работать на тот период, да, в Одессе. На протяжении 2 месяцев у него в центре города помещение, которое на условиях аренды у него находится в пользовании. Обратился с целью, как можно вообще избежать уплаты арендной платы на тот период. Я говорю, да, это возможно сделать, но при условии получения, вот почему я коснулась вопроса торгово-промышленной палаты, да, и того, что услуги их платные, хоть написано, что безкоштовно, но у них есть перелік послуг платных, які отримання свого сертифікату є безкоштовним, але плата за те, що вони розглядають документи, вона стягується в загальному порядку. І в залежності від строку, на який ти хочеш отримати цю довідку. Але питання, ну, вопрос не в этом. Вопрос в тому, що на той період йому по его условиям договора, его арендодатель сказал, что ты будешь платить независимо, меня не интересует, это мой заработок, ты будешь платить аренду. То есть никто не шел на какие-то условия, на уступки, и человек платил. Я говорю, вы можете получить вот этот сертификат и в дальнейшем взыскивать эти деньги, чтобы не попасть, говоря как в народе, на пеню, на просрочку и на какие-то штрафные санкции. Да. Человек вынужден был даже в период, когда он не работал, не получал никакого заработка, платить деньги за аренду для того, чтобы выжить и сохранить свой бизнес. Но условия для того, чтобы освободить бизнес от аренды, они содержались в постановлении Кабмина, где написано, что в период карантина можно было не платить арендную плату. То есть, в принципе, если обращаться к юристам и вот это все, вот весь этот процесс и заниматься защитой своих прав, то, в принципе, добиться результата через суд возможно было бы. В единичных случаях. И не уходить тогда, вот как вы говорите, аренда помещений, да, и не уходить из бизнеса. Значит, люди не понимали, что можно обратиться все-таки к юристам и отсудить свое право на ведение бизнеса и не платить аренду. Маємо дзвіночок від глядача, потім поновимо вам слово. Вітаємо вас, добрий вечір, будь ласка, представтеся. Да, здравствуйте. Меня зовут Инна, обычная жительница Одессы, вот, которая тоже наблюдает и проживает вместе со всеми карантин. И также переживаю за то, что нас ждет, скорее всего, действительно тот самый жесткий локдаун 2-недельный.
меня в этой ситуации несколько моментов сразу тревожат и беспокоят. Во-первых, сами люди, да, такие, которые не предприниматели, никто до сих пор мало кто соблюдает элементарные меры там безопасности, скажем так. У нас битком, вот я иду с утром в школу с ребенком, в 8 утра битком набитые маршрутки. То есть, ну, буквально они трещат. У меня, не знаю, ограничили, не ограничили количество пассажиров, но реально они полные проезжают. И в этой полнейшей маршрутке реально человека 3-4-5 в маске, понимаете? Все остальные, ну, дышат друг на друга и так далее. То есть пока предпринимателей прессуют и не дают им возможности работать, да, в субботу, воскресенье, то все дни недели мы ездим битком на битых маршрутках. Вот. То есть опять у нас какая-то ситуация с двойными стандартами. Понятно, что уже все шутки про эпицентр отшутили насчет там свадьбы в эпицентре и так далее. Вот. Такое ощущение, что у нас верх правительства живет своей жизнью, а люди своей жизнью. Те 8 тысяч, о которых там вроде бы якобы пишет уважаемый пан президент, вот, как по мне, это вообще один из, ну, эти деньги, может быть, кто-то и увидит, но, опять-таки, это может быть как с антиковидным фондом, да, у нас вроде бы на бумажках и отчетах киевских все везде обеспечено, а по факту у нас простаивают скорые помощи по несколько часов в очередях и некуда звонить, ну, некуда положить больных, то есть... Мое мнение такое, что действительно, наверное, те слои населения, которые, может быть, более уязвимы, да, у кого есть в анамнезе болезни там, легких, сердца, этим людям нужно беречься самим, да, то есть их родственникам позаботиться о них, о возрастных жителях. Возможно, действительно, им немножечко нужно ограничить передвижение по городу, общение. Вот. А те же молодые и здоровые предприниматели, работники, дети должны иметь возможность обеспечивать свое право на учебу и на труд. Потому что по факту, что касается и студентов, да, уже второй, по сути, год идет срыв нормального процесса обучения. Те же медики, там, стоматологи, вот у меня есть ребята знакомые, там тоже они в Зуме обучаются. Да? То есть мы уже... Второй курс у них вибивається нормальний процес обучення. Дякуємо вам за вашу думку, за дзвінок. І, будь ласка, Дмитро, ви хотів сказати. Смотрите, ну, во-первых, повне закриття, оно сопровождається сразу несколькими процесами. Во-первых, бізнес не може совсем планировать свою деятельность. Что он будет? Новый бизнес не открывается, потому что карантин. Сегодня он полное закрытие, завтра у нас открывается, потом по ночам нельзя работать, потом по ночам снова можно работать, потом карантин выходного дня, потом снова полное закрытие. То есть каким образом вообще можно планировать? Вот, к примеру, там есть, там, я уверен, тысячи предпринимателей, которые хотят начать какой-то новый бизнес, но они его не начинают, потому что они не уверены. Ну, они думают, давайте лучше мы подождем там годик-два, пока эти все карантины закончатся, все, и тогда начнем работать. И какие меры принимались по поддержанию? Да, в начале, когда только приняла Верховная Рада закон, она сняла земельный налог, она сняла налог на недвижимость, и сняла ЕСВ, там месяц-два, там, в зависимости от налога. НДФЛ не снимали, военные не снимали, пенсионные начисления тоже не снимали, то есть все это оставалось. Сейчас проверки, опять же, тот же мораторий на проверки. Сначала был мораторий на проверки, потом оставили проверку акциза, потом добавили добровольную проверку. Приходит налоговая с проверкой, проверяет акциз, и дальше дает запрос на остальные документы. Предприниматель, как бы не понимая, дает документы, которые не касаются акциза. Это считается, что он добровольно дал документы на проверку, его за 3 года сразу проверяют. То есть это вот та вот поддержка, которую нам декларируют. Почему нельзя сделать какой-то комплекс мер? Во-первых, те заявления. Сначала мы вводим полный локдаун при 15 тысячах, потом при 20, потом при 30, а потом просто потому, что новогодние праздники, и все равно там кто-то не так будут возникать, как бы, предприниматели. Ну, получается это вот так. То есть мы где-то плаваем, то налево побежали, то направо. Куда ветер подул, там и мы. То есть должно быть какое-то планирование, должны быть какие-то анализы.
Чем руководствуются, когда там пишут в новостях, при полном локдауне закроют горнолыжный курорт? Ну, я не знаю, там лыжник со сноубордистом едут на расстоянии 100 метров в маске и балаклаве. Как при минус 10, минус 15? Какой там коронавирус может быть? Ну, закрывают бассейны с хлоркой. Где-то можно подцепить тот коронавирус. Ну, то есть должны быть какие-то анализы. Там, к примеру, в этом виде бизнеса там обнаружено такое-то количество заболевших. Там, в этом виде бизнеса вот столько-то количество заболевших. Они просто вот ведем, а там посмотрим, кто будет сопротивляться. Там уже будем думать отменять. Но так не должно быть. Любой бизнес любит, чтобы у него все было четко, расписано. То есть он должен понимать, в этом году я заплачу такое-то количество налогов, у меня будет там примерно такое-то количество покупателей. И он себе спланировал, там, вот этот месяц будет закрыто, я не буду работать, я сразу отпускаю сотрудников. А так получается, ну, невозможно работать. Угу. Владислава, так. Поддерживаю своего коллегу абсолютно правильно. Далеко не каждый бизнес может сейчас выжить, это само собой. Но лучше выбирать выборочно. Если это онлайн-школа, это один бизнес. Если это кафе, бары, рестораны, это другое совсем. Если это рынки, это третье. То есть тут можно просто сделать грамотную градацию. Для этого нужна более профессиональная команда нашему главному менеджеру в Украине. Людей, которые будут правильно это все планировать, прописывать все риски наперед. Вы знаете, когда будет градация, возмутится тот, кого закроют, и будет говорить о том, что это дискриминация. Почему кому-то можно работать, а мне нельзя работать. Двойные стандарты, это да, то, что понимаете, мы наблюдаем сейчас. Вот, к сожалению, здесь для того, чтобы не было большой волны возмущения, нужно либо закрывать всех, либо не закрывать никого. Потому что если закрыть только выборочно, значит, все остальные поднимут митинг, точно так же будут стоять и жечь шины, и говорить о том, что чем мы хуже, почему вы им даете заработать, нам не даете. Поэтому вот мы, вы знаете, вот общались с коллегами, с адвокатами и говорили о том, что неплохо было бы провести анализ вообще тех людей, вот очень много тестов ПЦР сдали, которые переболели. Угу. Если есть уже переболевшие, почему, если у него есть антитела, если он, в принципе, уже не заразен для общества, да, и, в принципе, он заболеть какой-то период времени не может, то почему не позволить при наличии справки вот именно этим людям работать? Если люди не переболели, люди действительно имеют риск заболеть, и возможно, невозможно будет предугадать, какое количество денег пойдет у него лично на лечение, и какие затраты, в том числе и медицинского характера со стороны государства, то есть обеспечение ему стационара, обеспечение возможности ему пользоваться вот этими аппаратами искусственной вентиляции легких. Да? То есть для того, чтобы не допускать на улицу тех, кто действительно может в дальнейшем привести к колапсу в стране. Але тут складні ситуації в чому, що медики говорять про те, що коронавірус, він мутує. І та людина, яка захворіла один раз, вона може захворіти через якийсь проміжок часу. Ще не так багато просто пройшло так досліджень, знаєте, щоб говорити. Мені здається, що це все-таки якась очередна гіпотеза, але чому б не спробувати дати можливість хоча б тим людям, які переболіли і мають справку о том, що у них є антитіла, продолжать активный образ жизни, да, для того, чтобы... Это деление. Деление, но наличие справки уже будет говорить о том, что вот, я переболел, и я не несу опасности для общества. Ну, бачите, Наталю, те, що, про що ви говорили, а той, хто буде без довідки, він буде казати так, що так, я маю право на освіту. Но он как раз имеет риск заболеть, и в дальнейшем последствия для нашей медицинской сферы, чтобы обеспечить ему... А потом будем кафе для тех, кто переболел, что в этом что-то есть. Делить их нельзя. И еще до того, как коронавирус пришел в нашу страну, малый бизнес во всеукраинском масштабе собрался вот в онлайн-чатах и разработал вот такую схему, по которой он может работать. Да, это ограничение количества посетителей по квадратуре. Да, это социальная дистанция. Да, это применение средств индивидуальной защиты. Точно так же, как в любых других сферах жизнедеятельности. Мы понимаем, что да, мы будем жить с этим коронавирусом. Так надо придумать, как нам жить с ним дальше. Ну, потому что так просто дальше. Он не зникнет и в наступном році. Первая, вторая волна будет, третья, четвертая, пятая. Мы живем уже с ним. Поэтому нужно просто выработать алгоритм, как жить с этим дальше.
да, применять социальную дистанцию, да, средства индивидуальной защиты, но убивать экономику и делить украинцев нам нельзя. Надо только объединяться и вместе давать этому отпор. И вот поднимать вот вопросы несправедливости, вот что мы регулярно и делаем. Вот тот же, ну как можно было из этого фонда по борьбе с ковид перенаправлять деньги на ремонт этих дорог? Ведь сейчас так необходимы эти кислородные концентраторы в нашей больнице. Ну, как это вообще возможно? Вот на этом надо акцентировать внимание. То, что у нас есть болезнь, нужно, чтобы человек, который заболел ей, чтобы он не стоял в очереди и ждал, не знаю, задыхаясь в своей очереди на этот кислородный концентратор или ИВЛ, а просто получил его и мог бороться с этой болезнью. По-моему, так. Так, Владислава. Поддерживаю. Ты полностью прав. Хотят ли они этого? Каждый человек, который приходит в власть, он тратит свои ресурсы и деньги тех, кто его туда протолкнул. Значит, он должен где-то эти деньги снова взять, чтобы их отдать и заработать. Я вас понимаю, и поэтому я это все-таки скажу. Я прекрасно понимаю, что ограничивая сейчас под Новый год малый бизнес именно на эти две недели, когда он зарабатывает на несколько месяцев вперед, мы прекрасно понимаем, что поток граждан Украины пойдет в крупные сети. Ищи, кому выгодно. Римское право. Так, мы прекрасно иначе, видим работу лоббистов под Новый год. В начале карантин выходного дня малый бизнес сидит и смотрит, как крупные сети работают. Да. А теперь, затарившись товаром под Новый год, люди просто будут сидеть и смотреть, как на карантине, как люди идут опять-таки в эти крупные сети, которые в десятки раз увеличат свой оборот своим прямым за счет малого бизнеса. Конечно. Вот что мы будем видеть. Но я вам хочу сказать, что за последний год настолько сконсолидировалось предпринимательское сообщество, что оно просто даст этому всему свой достойный ответ. И его мы увидим уже в ближайшие дни. Ну, под крупными сетями вы, может быть, имели в виду «Эпицентр», да? То, что касается стройматериалов. А что говорить о ресторанах? Какие крупные сети ресторанов, если закроют полностью всю сферу обслуживания? Я думаю, в «Эпицентрах» откроются и рестораны, и все, что угодно. Службы доставки, которые напрямую сотрудничают с «Макдональдсом» и подобными, да? Быстрым питанием. То есть они активизировались так, что бизнес теперь... Рестораны, да, сделал акцент на доставку. Доставка может работать теперь со всеми, а все остальные нет. Вот хоть не с нами, тут все. Дмитрий. Хотел еще сказать пару слов об аренде. Когда вот было первое полное закрытие, там, да когда оно там, до мая было, вот, кабинет министров принимает постановление, где те объекты, которые он сдает в аренду, он принимает сетку. Там те, кто пострадал от такой-то вид бизнеса, скидка 50%, такой-то вид бизнеса 30%, там такой-то вид бизнеса 20%. А там вот этот вид бизнеса, который пострадал, там 100%. И идет такая вот градация, там перечень бизнеса. Но самое интересное, когда они принимали законопроект по поддержке экономики и предпринимателей в период карантина, они прописали, что предприниматель может быть... Наймач може бути звільнений від сплати орендної плати, може бути звільнений, якщо він пострадав від карантину. І от ця от формулировка «може бути звільнений», тобто вона і дає можливість орендодателю говорити, ну от я можу тебе освободити, а можу не освободити. Да. І тут от як договоритися? Тому що говорять, ну, как бы, судиться, ну, от ти зі своїм орендодателем там 3 роки, да, или 4, твоє місце все знають. Ти пойдеш в суд судиться за, там, за пару місяців орендної плати? Ну, ну как? Смотря какая сумма. Если сумма составляет 5-10 тысяч долларов, то, как бы, иногда есть смысл посудиться. Я понимаю, что это сложно, да, это нужно доказывать, нужно идти и совершать какие-то активные действия. Это всегда для наших людей всегда тяжело решить. Я понимаю, но в целом они, когда принимала Верховная Рада, у них было первое чтение, оно было нормальное. И там было прописано, что платит там, я не помню, платит коммунальные платежи, платит налоги обязательно, ну, все обязательные платежи. А потом во втором чтении это все переменилось. То есть свои объекты они отрегулировали, а то, что там люди, ну вот вы разбирайтесь, как хотите. И есть уйма случаев, где предприниматели приходили с сертификатом с торгово-промышленной палаты, и все. Арендодатель говорит, не хочу. Или в договоре там прописана, ну, меньшая сумма там.
И все, и на улицу просто. И этот бизнес страдает. То есть эти отношения, да, их сложно, но можно отрегулировать, чтобы в дальнейшем, то есть к любому такому закрытию нужно также подготавливаться. Если уже там правительство приняло решение, что надо закрывать, то нужно хотя бы дать возможность выжить бизнесу, стартануть с новой силой, а не просто медленно умирать и смотреть. Ну, никто не позволит смотреть, как его бизнес умирает. Я думаю, что это выльется в еще большие массовые протесты в Киеве. Ну, отримують 8 тисяч компенсацій за померлий бізнес. Так, панове, давайте підбивати підсумки і дивимося думку глядачів, підсумки голосування, заходи з підтримки бізнесу під час карантину, вони відчуваються за цей варіант 13%. Більшість те, що все ж не суттєві ці заходи з підтримки бізнесу під час карантину. Маємо таку ситуацію і вона продовжується і буде продовжуватися. Я вам дуже вдячна за дискусію, за цікаву розмову. Далі випуск новин і